Восточный Лос-Сантос. Размеренная жизнь одноэтажной Америки и бурные промышленные кварталы. Здесь, среди латиноамериканских банд и хипстерских тусовок, располагается одна из самых интересных русскоязычных банд. Виртуальный мотоклуб White Bears Moto Gang. Атмосфера мотобратства и сообщества взрослых, интересных в общении людей, готовых прийти на выручку даже вне игры. Вот что объединяет игроков клуба. Путешествия в колонии, разборки за территорию и байкерские вечеринки. И все это под рычание мотора хромированного чоппера. Но чем же White Bears отличается от сотен других банд? Во-первых, насыщенная ролевая игра не дает времени заскучать. Членами клуба создано более 70 дел, связанных общей историей. Своеобразный аналог офлайн-компании, причем пройти ее надо идеально, не потеряв ни одного товарища. И все это без автоприцела и радара. Игра становится сложнее, а значит интереснее. Меньше выстрелов, больше работы головой. Кроме того, белые медведи регулярно участвуют в турнирах формата «банда на банду», проводят мотопробеги с иностранными клубами и встречи с дружественными бандами, причем не только на байкерскую тематику. Так что на веселье и спорт время тоже найдется. На ежедневных внутриклубных встречах проводятся мини-турниры и регулярные тренировки для улучшения навыков не только личных, но и работы в команде. Клуб открыт для всех желающих, но попасть туда нелегко. Для того, чтобы стать полноправным членом, необходимо пройти серию испытаний. И главное здесь не просто уметь играть, а быть интересным, ответственным человеком. Судьба новичка определяется на голосовании, где каждый член имеет голос. И если вы завоевали доверие клуба, то впереди вас ждет церемония посвящения и отменная пьянка. Как и реально действующие мотоклубы, White Bears действуют в соответствии с уставом, а руководят им выбранные офицеры. Поэтому у каждого есть шанс со временем занять пост в верхушке клуба. В группе ВКонтакте выкладывается вся подробная информация, в том числе и нашивки, внутриклубные ачивки игрока. Их надо заслужить, поэтому будет чем заняться даже в одиночку. Конкуренция клубов, женщины и безбашенная езда на байке. Единственный русскоязычный мотоклуб в GTA Online. Белые медведи. Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4.